связи, Господи. Передовой Дмитрий Анатольевич Медведев, он член партии «Единой России», патриарха Кирилла. В этом храме освящен второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. Курс самый прогрессивный. Передовой Дмитрия Анатольевича Медведева, он член партии «Единой России». Высшие награды, ордена, медали. Медведев Дмитрия Анатольевича, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, Владимиру Путину, Людмиле Александровне, Владимиру Владимировне, Кириллу Владимиру Путину, патриарху Кириллу. Вам главный герой России, всей планете. Фестиваля «Слава и честь России». Спасибо вам. Спасибо вам большое. Восхищаемся. Вы самый выдающийся дирижер нашего времени. Спасибо. С праздником.
Александр, высшая награда Медведев, путь Кирилл Лувар. Да, да. Благословите второго президента Кирилла Медведева. Спасибо. Спасибо, батюшка. С праздником. С праздником вас, батюшка. Уважаемый господин президент России, верховный главнокомандующий вооруженными силами России Дмитрий Анатольевич Медведев, поздравляем вас и вашу многоженную супругу Светлану Владимировну, Людмиловича Медведева, Владимировича Путина, Людмилу Александровну, Марию Владимировну, Екатерину Владимировну Путина, патриарха Кирилла, высочайшего патриарха Московской России Кирилла, вас, главных героев России и всей планеты, поздравляем с победой, триумфом и успехом второго президентского срока Дмитрия Анатольевича Медведева, курса самого прогрессивного передового Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимировича Путина, партии «Единая Россия», с высшими наградами, орденами, медалями, фестиваля славы и чести России, Единой России, Отечества, долг и честь за единство, веру, славу России, с высшими наградными грамотами имени святых князей Дмитрия Донского, Владимира Первокрестителя Святой Руси, маршала Жукова, вам принадлежат все высшие мировые рекорды, на вас равняются во всех областях вашей многогранной выдающейся деятельности, на благо великой, святой, процветающейся России. Вам принадлежат все высшие мировые рекорды во всех областях, в живописи, в литературе, в кинематографе, в политике, в экономике, в обороноспособности, в космосе, в разведке, в музыке, в литературе, в кинематографе, в живописи, в журналистике, в поэзии. Вам принадлежат самые красивые золотые голоса России и всей планеты. На вас равняются все деятели мировой культуры, литературы, искусства, живописи. Благодаря вам сегодня возродилась Русская Православная Церковь. Возродилась дружба всех наций и конфессий, возродилась духовность. Сегодня Россия благодаря вам любит и уважает во всем мире. Россия является главным миротворцем на планете. И мы, творческая группа Нестер Метлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ремовна, Елена Петровна, Дмитрий Петрович, Людмила Игоревна, Людмила Ремовна, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Виктория Владимировна, Стелла Владимировна, Петр Николаевич, Елена Петровна, Дмитрий Петрович, Людмила Игоревна, Мусев, Ольга Николаевна, Татьяна Николаевна, Марина Сергеевна, Геннадий Николаевич, мы все голосуем за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за курс самого прогрессивного передового Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимировича Путина, партии «Единая Россия». Поздравляем вас с высшими наградами, орденами, медалями фестиваля «Слава и честь России», Русской Православной Церкви, книжной международной выставки НВВЦ, героев праздника, героев нашей доблестной непобедимой армии, милиции, ФСБ, ГРУ, прокуратуры на Красной площади. И призываем всех россиян дружно и единогласно голосовать за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за курс самый прогрессивный передовой Дмитрия Анатольевича Медведева, Ильича Путина, партия «Единая Россия». Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Голосуй за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева всегда. Голосуй за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева сегодня. Голос свой за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева отдай. У вас многоженный господин президент России, верховный командующий вооруженными силами России Дмитрий Анатольевич Медведев, Владимир Путин, партия «Единая Россия», поддержка всенародная Дмитрия Анатольевича Медведева на второй президентский срок всем миром избрать Дмитрия Анатольевича Медведева, всем миром поддержать. За вас, многоженный господин президент России, верховный командующий вооруженными силами России Дмитрий Анатольевич Медведев, Владимир Путин, партия «Единая Россия». Все россияне дружно и единогласно идем голосовать, волеизъявление народное. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Также поздравляем вас, уважаемый господин президент России Дмитрий Анатольевич Медведев, Светлана Владимировна, Людмич Медведев, Владимир Путин, Владимир Александр, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна Путина, его святейшество патриарх Московской Всея Руси Кирилл, главных героев России и всей планеты, главных героев армии, милиции, ФСБ, ГРУ, МЧС, прокуратуры космоса, самых мужественных, красивых людей на планете, главного человека 2010-2011 эпохи. Поздравляем вас с высшими наградными орденами «Единой России», «Отечество, долг, честь, единство, веру, славу России», с высшими государственными премиями, с высшими наградными грамотами имени святых князей Дмитрия Донского, Владимира Первокрестителя Святой Руси, маршала Жукова. Голосуй за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева всегда. Голосуй за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева сегодня. Голос свой за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева отдай. Вас, многоженный господин президент России, верховный главнокомандующий вооруженными силами России Дмитрий Анатольевич Медведев, Владимир Путин, партия «Единая Россия», поддержка всенародная. Второй президентский срок избрать Дмитрия Анатольевича Медведева, всем миром поддержать.
Уважаемый Медведев Путин. Христос и Богородица, великую святую России, Медведева Дмитрия Анатольевича, Владимира Владимировича Путина, партии Единой России, велика слава, ура, ура! Ура! Поздравляю! Все выше наград 302-го международного фестиваля Дмитрия Медведева, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, Владимировичу Путину, Людмиле Александровне, Владимиру Екатерине, Владимиру Путину. Медведева, Владимир Путин, Владимир Путин, Медведева, Владимир Путин, 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 Владимир Путин,